Саракташское АТП обанкротилось 3 года назад. Основные причины – конкуренция со стороны частных перевозчиков и прекращение субсидирования из регионального бюджета. В течение 2017 года была продана часть имущества предприятия банкрота – 13 автобусов. Вырученные средства направлялись на погашение кредиторской задолженности, в том числе и по зарплате. Но на полный расчет с работниками их не хватило. Надежды на реализацию оставшейся техники и недвижимого имущества не оправдались. Конкурсный управляющий не выручил за них необходимой суммы. Здание автовокзала, оно, первичная оценка его была 2 миллиона 785 тысяч. Было реализовано оно за 800 тысяч. По технике тоже, когда реализовывала администрация Саракташского района, когда мы искали специально вот клиентов по максимальной стоимости, по рыночной стоимости, автобус мы реализовывали по 200 тысяч, 250 тысяч. Но, к сожалению, у конкурсного управляющего там были случаи, вот последнего автобуса 23 тысячи, 30 тысяч, представьте, по таким ценам. В итоге сложилась задолженность в размере 1 миллион 630 тысяч рублей. Зарплаты и компенсации по увольнению полностью не получили 55 работников автотранспортного предприятия. 27 декабря прошлого года появилось судебное решение, по которому погашение долга возлагалось на районную власть. До того она осуществить эти выплаты законных оснований не имела. Деньги выделяются из районного бюджета. В администрации района заявляют, что расчеты с людьми произведут в конце января, начале февраля.